Добрый день, наши любимые, наши хорошие. Это мы, веселые, счастливые обезьянки. Давно я вам не показывал их, давно не рассказывал. Мы сегодня на выгуле. Погода у нас замечательная. И мы давно не катались на тележке, друзья. И я решил наших любимок посадить и прокатить по нашим местам. Друзья, все у нас хорошо, все у нас замечательно, все у нас отлично. Живем без ругни и споров. Вы мне пишете, ой, болячка у Гоши, болячка у Гоши. Друзья, она выглядит у него устрашающе, как бы кажется, да? Из-за того, что там нет волос. Он вырвал волосы. Вот. А так, на самом деле, она у него затягивается. И этот процесс заживления мы видим, как бы. Поэтому нет необходимости поднимать панику и кипиш, мои хорошие. Так, друзья мои, куда поедем? На старое место или поедем вот сюда, посмотрим, что. Поехали на старое место к большому дереву, Марусь. Гошенька, поворачивайся сюда, передом будем ехать, зай. Передом будем ехать. Госяся, Госяська, не чухманься. Не стал с утра ничем не мазать ему, ничем, чтобы кожа сама отдохнула от всех этих мазей, от всех этих лекарств. И с утра не стал. Думаю, в обед процедуры сделаю. Потому что, ну, знаете, уже перенасыщение, когда вот этими всеми препаратами, тоже хорошего мало. Ну и хорошо, что, знаете, она болячка не внутри, а снаружи. А снаружи мы имеем возможность, конечно, это вылечить. Ну, хорошо она покусала Гошу. Друзья, у меня для вас прекраснейшие новости есть. Также и для нас тоже, и для вас. Пока я буду оставлять это в секрете. Вот. На следующей неделе, в общем, сами все поймете. Поэтому оставайтесь с нами. Очень будет интересно дальше. Как я говорю, дальше больше. Да, Гошечка? Да. Поехали, мои хорошие. О, осталось чуть-чуть совсем до нашего места. О! Как хорошо, да, Гошаня? Да. Маруська, лезь на дерево. Лезь на высокое дерево. По незнакомой местности хоть погуляем, да, Гошанчик? По незнакомой, да. Да. О, Маруська тут же. Залезла на дерево. Ой, как хорошо. Гошечка, залазь, мой хорошенький. Залазь тоже с Марусей. Малюська. Такая молодец. Слази. Манимся. Не убегай, не убегай, зайчик, не убегай, не убегай. Не убегай, не убегай. Зачем ты убегаешь, моя хорошая? Давай тут играться в тенечки, хорошо. Марион Гошка куда пошел, подался. Пойдем за ним. Куда-то он нас ведет, этот Сусанин. А вот куда, неизвестно. Куда этот Сусанин подался? Куда ты, Сусанин? Гошанечка. Пойдем обратно, зайцы. Пошли, Гош. Прыгай к папе, Маруська. О! О, Гошанечку нашего подсадил на дерево, чтобы он
тоже вспоминал молодость. Ему тоже это нравится. Маруська, давай ты залазь тоже на дерево. Ой, ты по мне, да, решила? Ах ты, Маруся моя. Ой, детки, как хорошо, да, на большом дереве. Гашуня, грызи там, веточки грызи, палочки, листики. Гашань, побаиваешься Марусечку, да? Ну ничего, скоро все изменится. Скоро все изменится, мои хорошие. Гашанька, конечно, после нападения Маруськиного и побаивается теперь ее. Уже хвостик не такой пистолетиком, да, мой зайчик? Ну ничего, тебя в обиду мы в любом случае не дадим. Да, хороший пацан. На дереве, на большом. Ветка такая прекрасная, видите? Горизонтально как растет. Прекрасное дерево у нас здесь. На этом дереве, на этой веточке классно ему ходить и лазить, и Гошке удобно. Кстати, оно невысоко, Гошка, можешь и сам попробовать залезть на него. Не бойся, не бойся, Гошенька, не бойся, не бойся. Не бойся, папа с тобой, не бойся. Маруся тебя не будет кусать уже, не волнуйся. Она и сама сожалеет об этом, да, Марусенька? Что нашего ветерана покусала. Все наладится, все будет хорошо. Гош, хочешь, слази, Гошечка? Ох, ты, оказывается, как умеешь. Я Гошку даже и не контролирую. Молодец-то какой! Тя! Гасясь! Че, поехали, что ли? Залазим, поехали, да? Гошка, ты смотри, сам в тележечку залез наш красавчик. Ой, молодец! По деревьям Гошечка полазил наш. Марусь, ты куда там? Ты едешь с нами? Нет, Гоша уже собрался домой. Залазь. Вот молодец-то какая. Поехали, Гош. Поехали. Садись, 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 Гошечка, садись, садись. Садись, садись, Гош, садись, залазь, залазь. В тележку залазь. Гошань, залазь. О, я даже и привязывать не буду. Они в тележке хорошо сидят, катаются. Нравится кататься. Ой, сейчас папа перехватится. О, и прокатились, и полазили, да, мои хорошие? Сейчас еще в другое место заедем. А до дома он не так уж и близко. Вон, 500 метров нам катить. По проселочной дороге поедем. Так удобней. Марусь. Удобней тогда. Друзья, мы еще с прогулки трофей с собой домой везем. Приспособим нашим любимкам. Это его. Какие-то квесты придумаем. Может, они в эту трубу пролазить будут. Ну, в общем, вот так вот. Марусечка, вот она, друзья. Полюбуйтесь. Едем домой, немножко осталось. Нагулялись, отлично вообще. Ой, приехали. Идите гуляйте в своем дворе. Марусь, иди, я веревочку отсоединю. Динь-динь-динь, динь-динь-динь. Марусь, давай потанцуем. Динь-д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 инь. Моя ты Маруся. Ой, дома как. Друзья, шлейка что-то заклинила, не надавливается. Не знаю, придется, может, обрезать. Маруська со шлейкой бегает, но без веревки. Ой.
Гошанчики, халёськи мои. Друзья, на этой нотке будем заканчивать свое видео. Всего вам доброго, хорошего. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылка в описании. До новых замечательных встреч. Пока-пока.